Мидиями пахнет. Ловят мидии, рыбаки тут. Рыболовен. Видно от порухов мост. Это комета. Старая комета. Заброшенная. Ой, смотри, сколько мидий тут. Ё-моё, тут же камни. Камни для защиты берега. И на них, по-моему, мидии. Нет, это не пляж. Боты переделали. Это в пиратов играют. Абордаж? Да. Всё, победа. Виктория. Да, поливают друг друга из шлангов. Диск там такой стоит. Был пос... Вон регата подходит, смотри, видишь? Вот. Да. Подожди, а регата какого числа должна? Вчера была? А она будет 10. В преддверии дня города, дня Варны, устроили праздник на пляже. В квартале Аспарухова праздник летающих всевозможных аппаратов. Но в основном это воздушные змеи. Ничего себе пируэты. Тоже вот змей летает он наверху, а к нему вот берет прицепом тигр. Все под музыку как кобылка заплясала. Направление ветра показывает. А это, наверное, из-за бахромушек она крутится. Наверное, крутится из-за бахромушек. Видишь, этой бахромы нету. Oh,
как наш Дима говорит, у машины есть газулка. Вот газулка такая. Здесь есть машина. Там же есть место. О, уже сидит. Она под компот залезла. И это вдвоем сидят. Шуварно освещается. Это уже видно, свернули. На параде было. Обалденный змей. Он как будто с моторчиком. Да? Ветер как раз для него. Он классный. Обалденно.
Катей. Палатка, смотри, прямо на крыше будет палатка. Чисто спальня. Чего? Тебя прямо надо выйти. Это рыба.